Мы возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья. Слушай сюда. Станция под контролем братвы, но неправильной. Если мы не найдем моих корешей, лучшее, что мы можем, это быстрее отсюда светить. Я помню эту решеточку. Надо просто... Черт, я не пролезаю. Ладно, ты тут обожди. Первый пошел. Все норм. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посветите мне тут. Опачки! Кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Да ты базарить научился. Молодца! Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело. К хозяину? Ну, конечно. Хозяин, так не хозяин. Куда ж тебе, как не к хозяину? Ладно, хорош. А то придется его тащить. Пошли! Закончим позже. Двигай, двигай. Давай сюда рожок. Дьявол! Опять она проиграла. Вот моя малышка, ты принесла на тручь. Глянь, он там ничего не забыл. Что-то шмоток его не видать. Ага. Да нет тут ни хрена, только крысы. Ладно, тогда снялись. Thank you.
видел чувака, которого они сейчас поймали? Чумля такое? А ну чё... Чумля? Чё ты там? Надо тут пазы начистить, а то хер его знает. Надо, походу, завязывать с бухлом. Чего я подписался на эту тему? Сидел бы сейчас с пацанами на хазе. Короче, братаны, надо искать ложка. Ничего, найдем лошару. Кого ты притащил с собой, ублюдина? Отвечай, гад, или башку снесу! Это Одноглазый или Гонокор? Артём! Чё за... Опустить свое оружие, юноша. Печальный, но ожидаемый финал для таких, как он. Мое...
Имя Хан. Предполагаю, что нам лучше немедленно покинуть это богом проклятое место. Коллеги этого несчастного сейчас появятся тут, а я предпочел бы избежать нового кровопролития. Я возвращаюсь к Тургеневской. Здесь, на Сухаревской, влажновато для моих старых костей. Если предпочитаешь разделить судьбу своего товарища, разумеется, можешь остаться. Что ж, мудрое решение. Появление Хана стало для меня полной неожиданностью. Хотя и чувствовал, что кто-то помогает мне из тени, когда я сражался с бандитами. Хан сказал мне, что я не виновен в гибели Бурбона. Но мне все равно было жаль моего первого напарника. Здесь никогда никого не бывает. Ни людей, ни чудовищ. Даже крыс нет. Подойди поближе к трубам и вслушайся. Только не слушай слишком долго. Некоторые называют это пением тоннелей. Другие считают, что это инфразвук, который воздействует на подсознание. Я знаю этот тоннель, а он знает меня. Пойдем. Будь внимателен. Это очень опасный тоннель. Прошу тебя, друг мой, не выключай свет, иначе нам придется остаться тут навеки. Замри и смотри вперед. Не думаю, что слово «кто» мы должны обойти их. Не прикасайся к силуэтам. Сосредоточься. Этот тоннель переживает свое прошлое раз за разом вот уже долгие годы. И те живые, что попадают сюда по ошибке, становятся частью прошлого. Идем же.
давным-давно тут бушевала жестокая битва. И защитники все еще удерживают оборону. Ступай за мной, но не отходи ни на шаг. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай лапио астериум манта. Кастанай лапио астериум манта. Алаум раум ом. Алаум раум ом. Кастанай. Я предпочел бы, чтобы это осталось нашей тайной. Это немного личное. Я был с ними, когда они погибали. Я был единственным выжившим. История с нашим миром страшная, неповторимая. Мы уничтожили не только материальную его часть, но и тонкую, невидимую. Атомные взрывы испарили информационные поля, в которых размещались рай и ад. Душам некуда деваться теперь. И даже после смерти человек остается в метро, в этих трубах. Сосредоточься. Проклятие. Этот несчастный с Тургеневской. Кажется, положение там становится все хуже. Идем же. Сосредоточься. Ты чувствуешь? Оно приближается. Да? Это редкий. Замри! Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы.
Теперь пойдем. Тут небезопасно. Будь осторожен. Происходит. Живой пример. Туннель впереди должен быть спокоен. Мы доберемся быстро. Артём, у тебя благородная и важная миссия. Но думаешь ли ты, что люди Полиса смогут помочь тебе? Или тебе просто больше не во что верить? Тебе не нужно отвечать. Скоро мы прибудем на Тургеневскую, которую в народе называют проклятой. Она почти заброшена. Все, кто мог, бежали оттуда, спасаясь от безжалостных чудовищ. Хан привел меня на Тургеневскую, проклятую станцию. Ее жители были обречены, но боролись за выживание до последнего. Станцию снова атакуют. Пойдем, юноша. Защитникам может понадобиться помощь. Хан, сюда! Очередная атака? Да. Они прорвали внешнюю оборону. Тут все, кто выжил. Не надеюсь уже дожить до завтра. Откуда ползут чудовища? Как обычно. Из левого туннеля. И из перехода тоже. Мы отправили туда группу саперов, но они не вернулись. И взрыва не было. А больше нам некого послать.
Ты хочешь изменить судьбу своей станции, да, Артём? А с этой станцией судьба еще более безжалостна. Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Зайди в левый тоннель так далеко, как сможешь. Установи мину и беги назад. Что касается перехода, его уже пытались обрушить, но упыри, похоже, прорыли себе путь. Там где-то есть гермоворота. Постарайся закрыть их или взорвать. Я останусь с уцелевшими. Если тварей окажется слишком много, замани их на наши позиции. Большая битва за маленькую станцию выиграна. Дальше я не пойду. Я нужен здесь. Тоннели обрушились. Если ты все еще собираешься в полис, тебе придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Кузнецкий мост – независимая станция. На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело – коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир, но старыми методами. Все прелести государства строгого режима налицо. На Кузнецком мосту разыщи моего знакомого, Андрея, мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет.
надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас людьми. Вот и все. Забирайся. Помни, все зависит от тебя и только от тебя. До встречи, Артем. И удачи тебе. Кузнецкий мост был необычной станцией. Он весь состоял из мастерских. Тут собирали большую часть оружия, обращавшегося в метро. Я искал Андрея Мастера, но он нашел меня первым. Стой! Кто идет? Не двигаться! Эй, расслабься! Это человек! Выключи свет! Ну да, выглядишь ты по-человечески. Это главное. Давай, заваливай. Это свободная станция. Осторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Внимание! На станции проводится проверка документов. Всем пройти к месту своей прописки. Помогайте правоохранительным органам выполнять их работу. Лицом к стене! Обыск! Да хватит! Проваливай отсюда! Я не такой! Заткни хлебало! Готовься к досмотру! Всегда готов! А скажите, доктор, раз вы уже там, не могли бы вы заглянуть и к моей простате? А то как не пойду по нужде, ну все светится. Может, Так, а ты кто? Напарник? Он рыжий клоун, а ты белый? Ты тоже арестован. Ладно, ладно, ладно. Только без рук. Я сам пойду. Но! Стой, стреляй! Беги! Ах ты дрянь! Я их прикончу! За мной, парень! Хватайте, ублюдка! Вперед, быстрее! Я тебе сказал! Сюда! Любая попытка. Я не верю в Бога. Но в тот день за меня больше некому было вступиться. И меня спасли. Друг Хана, Андрей Мастер. Только он смог помочь мне выбраться с этой станции. Проблема в том, что единственный путь проходит через линию фронта между красными и фашистами. Тебе потребуется маскировка.
Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Вали отсюда. Крысы не проскочат. А что с поверхностью? Эти гады наверняка пронюхали, как можно напасть на нас сверху. А их пятая колонна тем временем разлагает наш народ. Готовит вторжение. Очень хорошо. Всех новоприбывших на станцию мы тогда будем направлять в обезьянники отсиживаться. Ваши люди сами решат, кто шпион, а кто нет. Можешь осмотреть магазины, купить что тебе надо, но не трать время зря. Поезд отойдет точно по расписанию. Тебя ждать он не станет. Берем. Пользоваться просто. Берешь и стреляешь. У тебя сейчас точно такой же. Но если хочешь, давай поменяемся. Патроны не нужны? Отличная сделка. Аптечки, фильтры, ножи. Набор туриста. Видел бы ты его в действии. В щи разносит. Лучшее лекарство от головной боли. Лучшая пушка. Рад, что мы договорились. Все нормально, мужики. Он со мной. Давай, Артем, прыгай в яму. Видишь там багажное отделение? Собирайся туда.
так что, мужики, двинули, а? Точно труп, потому что билет на Лубянку, он только в один конец. Все нормально, подбирайте. Все в норме. Теперь все зависит от тебя. Зачем в армию подался? Я пошел по политическим убеждениям. А я за бабло. Я верю. Оно победит зло. Ну а ты как? Я-то. Ну, из-за плаката вступай в армию, ты увидишь весь мир. Ну, мой отец в Красной армии служил. А его отец еще в Советской армии был полковником. Традиция. Я вот думаю, а ведь у фашистов наших деды тоже в Советской армии служили. Предатели они. За это их и перевешать надо. После 100 грамм фронтовых, да? Слушай, у меня тут в патронташе черная таблетка. Антибиотик, что ли? Ну ты и мурзила. Это ж цианистый калий. Зачем? Ну, самоубийство грех. Я же в ад попаду. Если фашисты тебя в плен возьмут, ты и так уже считай в аду. Так что без разницы. Не, я никогда не смогу покончить с собой. Тогда давай свою пилюлю мне, чтоб наверняка. Лишь бы не гнить в их концлагерях.